защитник Нижегородского старта, кандидат мастера спорта Александр Гаврилов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Так, ну что, начнем задавать вопросики. Александр, скажите, да, вы в Плесецке родились и начали играть? Да, я родился в Плесецке и начал там. Космодром видали? Космодром не видел. Не знаю. То есть не видели ракету этот звезд, ничего не видели? Видел вдалеке, когда взлетает. Да? Тут вот вопрос у нас задает один товарищ. Так. Почему вы не стали космонавтом, а стали хоккеистом? Мы не знаем. Потому что в Плесецке было в то время очень развито, как я замечал. А что касаемо космонавтики, это ближе, наверное, к Мирному у нас. Есть город Мирный, где живут офицеры, военный город. Если бы я там родился, все-таки Плесецк и Мирный – разные вещи. Вот болельщик Мастер задает вам такой вопрос. Готов ли вот ты взять лидерство среди хотя бы остальных Гавриловых в старте? Даже честно не думал над этим вопросом. То есть не готов взять лидерство? Но я не задаюсь такими вопросами, а, если честно. В чем, как новичок, видишь проблемы команды в сезоне? Тоже трудно ответить, как бы. Чуть-чуть, мне кажется, везде не хватает. Но в каждом, там, допустим, в отборе, в нападении, вот где-то моменты, чуть-чуть. Этот момент там не хватает. В целом результат. Ну понятно. Весельчак У задает такой вопрос. Твоя сильная сторона на поле. Проходы, удар, игра в защите, видение поля. И над чем, как считаешь, предстоит еще немало поработать? Да, наверное, лучше спросить у тренеров, я думаю. Какая моя сильная черта. А я думаю, работать стоит вообще на всем. Ну, в настоящий момент команда находится на месте, которое, ну, не устраивает нас, болельщиков. Вас, я думаю, тоже, наверное, не устраивает. Ну, причина понятна. Как вы считаете, а этому составу старта по силам на какое место рассчитывать в этом году? 6-е, 7-е, 8-е, 10-е? Или нынешнее положение турнирной таблицы полностью закономерно? Так сказать, результат по составу? Нет, не согласен. Я думаю, в плей-офф мы точно должны входить. Обязательно в этом году. Мы в плей-офф и как можно лучше сыграть, я думаю. Ладно, хорошо. Вот вопрос задает Леня из города Казани. Александр, вот вы играли вместе с Труфановым сперва в ракете, потом вместе перешли в Водник, а теперь и старт. Это случайность или закономерность? Ну, это, скорее всего, стечение обстоятельств. То есть это так получается? Так получается, да. Мы сами удивлены, если честно. Вы посещаете гостевые старты? Да. То есть вы регулярно читаете? Не регулярно, но бывает, захожу время от времени. Каждый день захожу. То есть мнение там все предельно? Бывает, да, после игры захожу. Ну, какие у вас планы, цели, намерения? Ну, перевести сюда семью свою. То есть вы холосы, как понимаю? Ну да, у меня есть девушка с Архангельска. А, есть, да? Да. То есть она же живет таких... здесь со мной. Она здесь живет, да? Да, да. Понятно. Кто, на ваш взгляд, является лидером команды «Старт»? Я думаю, яркого выраженного лидера нет у нас в команде. Ну, то есть трудную минуту не за как повести команду. В трудную минуту, что? Мне кажется, любой может у нас взять инициативу на себя. И любой может и должен играть. Александр, что для вас значит команда «Старт»? В первую очередь, это на данный момент моя команда, за которую я играю. И стараюсь выкладываться полностью, отдавать себя этой команде. И, как говорится, на данный момент моя родная команда «Старт». Ну ладно, такой еще вопрос, это пасашочек, перед тем, как будем задавать блиц-опросик. Как вы считаете, вот ваше личное мнение, кто должен в данный момент в команде с хорошей психологией забивать пенальти? Не спрашивай тренера. Вот ваше личное мнение. Как вы сами общаетесь, тренировках видите, психологию хоккеистов, они, конечно, знаете. Кто должен пробивать? Да. То есть многие игроки уже пробивали. Многие не забивали. То есть, я не знаю, как вам Александр Труфан, это лично мое мнение. Я всегда говорил, чтобы он пробивал пенальти еще в начале сезона, как парень с Иркутска. Я тоже могу сказать. Ну, да, это ваше личное мнение. Я думаю, стоит останавливаться на одном. Например, Труфанов последнюю игру забил. То есть пускай ваше. Бьет следующую игру. Даже если он не забивает следующую, и
все равно надо задать шанс еще раз. Ну ладно, хорошо. Шанс, да. Ну, теперь небольшой блиц-опрос, Александр. Если бы вы не стали хоккеистом, то... Я стал бы черным. Стиль в одежде. Даже не знаю. Любимый цвет. Любимый цвет зеленый. Парфюм. Тоже без разницы. Фильмы. Фильмы русские, старые фильмы. Актриса. Нет, такой же. Актер. Тоже нет. Вот если вам предложили сняться в «Трех мушкетерах», какой вы себя видите? «Трех мушкетерах»? Ну, один из мушкетеров. Какая музыка вам в душе? Разносторонняя. Как относитесь к юмору? Положительно очень. Девушка – бизнес-леди или домохозяйка? Напополам. Какие дамы вас называют уважением? Порядочными. Основная черта вашего характера? Веселая. Вы ревнивы? Наверное, да. Чего никогда не простите? Измена. Самый великий спортсмен для вас? Нет такого. Хоккей для вас это работа, игра или жизнь? И работа, и игра, и жизнь. Это больше физически или умственная игра? Физически или умственная. Какую страну мира вы хотели посетить, отдохнуть, так скажем? Марокко. Так, какие качества характера помогают вашей работе? Кого бы вы хотели превзойти в своей карьере? Самого себя. Любимый предмет в школе? Любимый предмет – история. Любимая блюдо? Тоже не все. Любимый напиток? Пью все. Ну и опять же вопрос от банды Юсоса, Андрюха. Что вы хотели, чтобы на Новый год вам принес Дедушка Мороз? Спасибо. Спасибо. Это знаешь, что еще Серега? Да. Снегурочку. А ты хотел бы Снегурочку?